Всем привет, ребята! Вышел трейлер, первый трейлер к фильму «Матрица 4. Воскрешение», и я хотел бы сейчас на него отреагировать. Я о фильме не так, чтобы сильно много знаю. Я знаю, что он там выходит в начале декабря, что там будет играть Киану Ривз, который играл уже Немо, что та актриса, забыл, как ее зовут, которая играла Тринити, она возвращается тоже. Но знаю, что вот этот вот, как там его, Абдул-Матин, по-моему, зовут этого актера, который играл Черную Мамбу в «Аквамене», он якобы играет молодого этого Морфеуса. И вот, в принципе, больше ничего не знаю, что там, какой сюжет. Я знаю, что были какие-то там сливы, что были какие-то, ну, я как краем уха слышал, что было такое, как бы, событие, что кто-то что-то там сливал сюжет. Но что конкретно, само содержание сливов, я не знаю. Вот. И поэтому я хотел бы просто посмотреть с вами этот трейлер, отреагировать. И, ну, в общем, честно говоря, я ожидаю этот фильм, но понимаете, как вот Вачовски, они, вот у них на самом деле есть только один хороший фильм, «Первая матрица». Все остальное, что они снимали, это был «Бред сивой кобылы». И теперь вот одна из них, ну, сначала это был один, ну, неважно, не будет углубляться, значит, сняла этот фильм, в общем, не знаю, трейлер это трейлер, а реальный фильм может, пока, может быть совершенно другим, но тем не менее, давайте посмотрим трейлер и отреагируем на него. Так, запускаю. Томас. Вы чем-то встревожены сегодня. Расскажите, что произошло. То, что мне снится, не похоже на обычные сны. Я что, схожу с ума? Мы не используем здесь этот термин. То есть он как бы забыл все, что было в предыдущих сериях, ну там, предыдущих фильмах. То есть видно же, что он как бы старше, чем... Он, его зовут Томас. Честно говоря, я никогда не знал, как звали мистера Андерсона, как его называл агент Смит. Да, еще какой-то актер играет агента Смита молодого якобы. Ну, не знаю. Окей, продолжаем. Постоянно пьет синие таблетки. Ну, наверняка это как бы, ну не просто, это, видимо, какое-то... Ну, хотя, кто его знает, может быть, это действительно те синие таблетки, которые тебе дают забыть, что ты находишься в матрице. И воспринимать мир, вот, что это типа реальный мир. А потом, когда действие ослабевает, получается, он во сне видит матрицу. Абдул-Матин, который, судя по всему, играет там молодого Морфеуса. И видно было только что в зеркале, что как бы он выглядит совершенно в настоящем, ну, по-настоящему, в настоящей реальности он выглядит совершенно по-другому, более такой седой, более не такой черноволосый, как здесь. Ну, в общем, ладно. Ты ищешь правду, Нео? Тогда следуй за мной. Единственное, что для тебя важно, до сих пор здесь. Поэтому ты все еще сражаешься и никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Это такая как аллюзия на известный, на, из первой матрицы бой, конечно. Нет.
столько лет. Вернуться туда, где все началось. Обратно в Матрицу. Матрица. Воскрешение. Все. Окей. Ну, впечатляющий трейлер. И, ну, видно, что очень много вот тех вот сил, способностей, которые нам показали в предыдущих сериях, ну, в предыдущих фильмах этого там сериала, киносериала. Видно было, что он там использует их и там пули останавливает, что он как бы вроде как в Матрице находится в, типа в полубессознательном состоянии, но когда обстоятельства того требуют, потому что не забываем, что если тебя убили в Матрице, ты умираешь и в реальной жизни, в реальности. Поэтому, да, видимо, вот это такой как предохранительный механизм срабатывает у него или что, что вот он начинает вдруг ни с того ни с сего вытворять такие вот вещи. И, может быть, кто-то пришел, чтобы забрать его обратно из Матрицы. Для чего он, кстати, вернулся туда? Почему так? Или же это предыстория? Потому что там же было в... Ну, я так уже плохо помню предыдущие фильмы, но там же было такой момент, что, типа, это все было много-много раз уже, что это не первый вариант Немо, который этим занимается, что это все как бы циклически, периодически. Зион, этот вот город, где повстанцы постоянно основывают и постоянно его уничтожают, и все вот так вот с какой-то периодичностью. Может быть, это один из предыдущих циклов, или, может быть, наоборот, это следующий цикл начался. Я не знаю, с какой стороны они хотят это все показать. Но мы видим здесь агентов нам показали с их вот этим уворачиванием от пуль, беготня по стенам, то есть, ну, вот такие вот все, короче, то, что вот, как бы сказать, присуще фильму «Матрица», нам показали в этом трейлере, и, в принципе, я с большим удовольствием его посмотрю, хотя бы чисто ради такой вот, может быть, ностальгии какой-то по первой «Матрице», которую я помню, она меня произвела огромное впечатление, когда я увидел, когда в том году, когда она вышла, это, по-моему, 99-й год был. И, ну, в общем, не знаю, какой будет сюжет этого фильма, насколько он будет бестолковым, или же он действительно будет просто бомбовый. Я не знаю, для этого надо дождаться начала декабря и посмотреть его. Ну, в общем, такая вот реакция, может быть, немного сумбурная. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, до новых встреч, до свидания.